Деловое сообщество страны отмечает столетие с момента создания первого бюро товарных экспертиз. Его вековая история в нашей стране неразрывно связана с историей Торгово-промышленной палаты России и базовой экспертной организации. Структура служит звеном этой системы и работает в интересах государства. Альбина Ламкова продолжит тему. Система торгово-промышленной палаты страны служит эффективной площадкой для диалога бизнеса и власти на всех уровнях. За вековой процесс деятельности работа сложилась системная. Она представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса перед властью, но при условии, что они не противоречат интересам общества. Независимость, компетентность и, конечно же, опыт работы служат основными требованиями к экспертам торгово-промышленных палат. Из личных качеств выделяют объективность, ответственность, непредвзятость и принципиальность. Само по себе понятие экспертиза представляет собой исследование компетентным специалистам. Мы проводим экспертизу подтверждения происхождения товара, позволяющую нашим региональным экспортерам экспортировать продукцию в различные государства, такие как страны СНГ, Вьетнам, Сербию, иные государства. Также нами проводятся экспертизы в рамках федеральной контрактной системы при заключении госконтрактов, экспертиза оборудования, автомобильные и технические экспертизы, различного рода товарные экспертизы. Малые и средние компании часто обращаются в ситуациях, связанных прежде всего с внеплановыми проверками, трудностями доступа к госзакупкам, получения кредита. Спрашивают, как получить поддержку институтов развития, организовать экспорт, найти рынок сбыта. Просят разъяснить законодательные вопросы. Крупные компании больше интересуют помощь в решении проблем на федеральном уровне. Нередко вопросы, с которыми приходит бизнес, можно решить только на законодательном уровне. Огромное количество продукции, очень огромно развиты товароотношения, в результате чего предпринимателям необходимо, так сказать, подстраховаться и проводить эти экспертизы в целях выявления качества и соответствия нормативно-технической документации, условиям договоров и иных сопроводительных документов. Эксперты торгово-промышленных палат обязаны каждые 3 года проходить переаттестацию и подтверждать компетенцию. Подготовку экспертов проводят учебные заведения по специальной утвержденной комиссии при ТПП РФ программе, после чего их вносят в реестр ТПП-эксперт и предоставляется аттестат, позволяющие непосредственно осуществлять свою экспертную деятельность. Экспертиза торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесии осуществляет свою деятельность в республике с 1993 года. И это уже тоже круглая дата – 30 лет. А в условиях санкций используемая система часто выступает основным каналом связи между российским и зарубежным бизнесом. Благодаря международному масштабу торгово-промышленная палата служит самым понятным партнером для предпринимателей всех стран на всех рынках. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.